Привет всем, с вами Apple. Хотели ли вы хотя бы капельку стать похожим на своих кумиров? Думаю, да. Но что сделали эти люди, повергло меня в шок. Представляю топ-5 людей, которые легли под нож, чтобы стать похожими на своих кумиров. Ну и на 5-м месте женщина, которая хотела стать похожей на Кардашьян. Она говорит, что ей очень надоело, когда ее называют толстой версией Ким. И она собирается лечь под нож, чтобы исправить это. Она объясняет: «Я обожаю ее тело и хочу, чтобы мое выглядело так же». На 4-м месте девушка из Китая, которая стала похожа на Джессику Альбу, чтобы вернуть своего парня. Что только не сделаешь ради любви. В 2010 году она разорвала свои отношения с бойфрендом. Причиной послужила странная одержимость парня американской актрисы Джессикой Альбы. Он заставлял свою девушку носить светлый парик и имитировать макияж звезды. После расставания девушка была настолько расстроена, что решила сделать пластическую операцию, чтобы стать похожей на Джессику Альбу и тем самым вернуть бойфренда. На 3-м месте бабуля, которая подверглась пластической операции, чтобы выглядеть более старой. Мать 4 детей говорит, что ей постоянно говорят, будто ей 20 лет, то и это портит ее жизнь. Поэтому она подумывает сделать операцию, которая добавит ее внешность несколько десятков лет. Анна говорит, что ее молодая внешность разрушила брак и отношения с двумя мужчинами, так как с ней постоянно разговаривают молодые. На 2-м месте мужчина, который потратил более 100 тысяч долларов на операцию, чтобы быть похожим на Кена, друга Барби. За последние десятилетия Джастин Джедлик из города Нью-Йорк обращался к пластическим хирургам 90 раз. Операции были самые разнообразные, от имплантатов грудных мышц для подтягивания щек. 32-летний мужчина признался, что 100 тысяч долларов он потратил именно для того, чтобы добиться схожести с куклой Кен. Ну и на 1-м месте фанат Супермена, который на протяжении 16 лет подвергался пластическим операциям, чтобы стать похожим на Человека из стали. Он являлся поклонником Супермена с 14 лет. Все это время Герберт упорно собирал любые вещи, так или иначе связанные с его любимыми супергероями. Комиксы, фотографии, одежду и даже фигуры в натуральную величину. Позже он решил сделать 19 пластических операций, которые стоят 7 тысяч долларов. И даже не забыл про ямочку на подбородке и обильно смазанные гелем волосы. Ну а ты пиши в комментарии, на кого бы ты хотел стать похожим, если бы была возможность. Всем удачи, всем пока!